А главный инстинкт каждого человека – быть счастливым. Как известно, для многих настоящее счастье – это воспитание детей, которое наполняет нашу жизнь яркими красками. А превращение младенца в самостоятельную личность приносит ни с чем не сравнимое чувство гордости и любви. Но для некоторых людей последним шансом стать родителем являются услуги суррогатной матери. Конечно, это активно обсуждается обществом с нравственной точки зрения. Но важно помнить, что каждая мама желает воспитывать своего ребенка. На деле законом суррогатное материнство не запрещено. Вопреки сложившемуся мнению, это не просто бизнес, а шанс бездетным людям обрести счастье. Материнство суррогатным матерям – подарить это счастье и обеспечить своей семье достойное будущее. С 2009 года мы занимаемся поиском суррогатных матерей и доноров фаоцитов для бездетных пар и одиноких женщин, которые не могут иметь детей. И мы сотрудничаем с лучшими медицинскими центрами Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, обеспечиваем полную поддержку биологических родителей. Несомненно, конфиденциальность является одним из основных принципов нашей работы, и мы гарантируем полную конфиденциальность данных как для суррогатных матерей, так и для биологических родителей, заказчиков программы. Суррогатные матери получают полную психологическую, юридическую и финансовую поддержку. В конце программы им выплачивается денежная компенсация. Суррогатной матерью может стать абсолютно здоровая физически и психически женщина в возрасте от 20 до 35 лет, у которой есть минимум один собственный ребенок. Год назад Марина обратилась в одно из агентств суррогатного материнства, расположенное в Калининграде. Изначально я видела передачи по телевизору, в программах, рассказывали о суррогатных матерях, которые таким способом зарабатывали на свои нужды и помогали людям обрести долгожданного ребенка. Мне это решение далось, в принципе, легко. Сначала, конечно, муж был против. Знаете, всю беременность мы были вместе, и это даже, можно сказать, скрепило наш брак. В ближайшее время Марина готова выступить в роли суррогатной матери снова. Это позволит не только помочь моему ребенку протолкнуться в будущем, но также это осчастливит еще одну семейную пару, которая мечтает завести собственного ребенка. Подробнее об агентстве суррогатного материнства вы можете узнать на сайте станумамой.рф и по телефону 8 952 79 36 160.